Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такая маленькая посылочка. Там очень нужная для меня вещь. Для людей, возможно, для многих это уже не новинка. Это клеевой пистолет. Просто я пошел в магазин и мне показалось, что это дорого стоит. В некоторых магазинах дешевле, но там какое-то качество, знаете, прям разваливается в руках. Поэтому было принято решение заказать его с AliExpress, с Китая. Заказал вместе в комплекте. Вот такой вот пистолетик в комплекте сразу с этими клеевыми, как их правильно сказать, стержни клеевые или... Ну, как-то правильно у них есть название, я его не знаю, наверное. Доставка у нас была e-packet, платная, там недорого вышло, зато за 2 недели он до меня долетел. Давайте посмотрим, что у нас. Вот такой вот пистолет. Написано тут Hot Melt Glüegjun как-то. Не знаю, на английские слова это не похоже. Давайте достанем его. Угу, вот у нас пакетики. В таком запечатано все. Это, видать, подставы. А, это вот сюда вот одевается. Так, смотрим, что у нас здесь. Какая-то смешная упаковка. Вот так вот. Здесь даже написано «Made in China». Хотя я и так это знаю, раз я оттуда это заказал. Вот. Это, наверное, подставка, чтобы опускать, не опускать горячий пистолет прямо. Ага, вот. Вот так, таким вот образом, чтобы можно было поставить пистолет. Подставочка, это удобно. У меня раньше никогда не было клеевых пистолетов. Вилку можно было заказать, такие две плоские или вот европейские варианты. Естественно, мы заказали такую. Он не очень дорогой. Пистолет. Герцы, вольтаж. Вот тут вот такой вольтаж. Наверное, будет отражать, я в общем так скажу, на 20 ватт, 50-60 герц, 110-240 вольт. В общем, вот такая вот штука. Фиксируется он либо в таком положении. Ага, кнопочка вкл-выкл. Ну и все, и сам стержень. Как это работает, я еще пока что не знаю. Наверное, как-то вот так вот заряжается. И уже по мере нагрева, наверное, давайте включим его в розетку и посмотрим. Так, пистолет включили. При нажатии здесь загорается красный индикатор. И, наверное, он начал греться. Что хочется сказать по самому? Ну, сделано все просто. Ничего не скажем. Так, средненько. Не заморачиваясь. Видно, что штамповка обычно ничего такого. Но он и стоит, извините меня. Ссылка будет, если, на него в описании. Он недорогой. И этот пистолет, я, который выбирал, который можно платной доставкой e-пакетом заказать. Потому что я уже привык такой пользоваться. Она быстрее. Так, ну вот он начал греться. Вот я заляпался. Все, дело пошло. Вот такое у нас. Все. Пистолет нагрелся, да, ну, хорошо выдает клей. В принципе, работает. Клей вот еще немного доходит. Да, все работает. Самое главное, что все работает. Пиу. Наконец-то. Да, работает хорошо. Интересно, сколько это все дело прослужит. Вот. Больше никаких кнопок на нем нету. Вкл-выкл. Все. Ну, больше, наверное, никаких и не надо. Так, ну все, выключаем пистолет. Ну что, вот такой коротенький обзорчик получился. Скажем свое заключение. Пистолет работает нормально. Хлипковата вот эта вот ручечка, она немножко болтается. И, в принципе, кнопка вкл-выкл. Ну и, как, наверное, любой другой пистолет. Купили мы его не очень дорого. Точнее, очень недорого. Ссылка на пистолет будет в описании. Много других интересных и полезных ссылок. Все будет в описании. Спрашивайте, подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях. Я отвечу на все. Постараюсь. На сегодня все. Давайте, пока.